Бывает классификация анатомическая, то есть по строению. Нервная система очень-очень просто делится. Смотрите, центральная и периферическая. Центральная, что это? Это головной и спинной мозг. Все просто, да? А периферическая это нервы, которые отходят от головного. Ну, что такое периферия? Это нервы, естественно, правильно? Которые отходят от головного и спинного мозга. Дальше. Нервные узлы. Да, что такое нервные узлы? Ну, знаете, если нервы – это длинные отростки нервных клеток, слышали, такая нервная клетка есть понятие, да? То узлы – это не отростки уже, а узлы – это скопление тел нервных клеток. Но это не длинные какие-то отростки, да?